Наша планета прекрасна, она словно музей, в котором можно увидеть что-то малоизвестное и невероятное. Она контрастна и неповторима. Потому Международный день Земли призван напомнить человечеству о важности заботы о нашей планете. Этот праздник посвящен защите окружающей среды и озеленению планеты. С этим согласны и сотрудники Беларусьбанка, которые накануне приняли участие в республиканском субботнике в рамках природоохранной инициативы «Зеленые скарбы Беларуси». Беларусьбанк уже долгие годы, с 2017 года, проводит совместный проект, уникальный проект совместно с Национальной академией наук, Центральным ботаническим садом по сохранению и приумножению уникальных редких растений. В 2022 году мы здесь посадили аллею мира. Сирени, посвященные 1941-1945 году, годам Великой Отечественной войны, годам памяти, что мы здесь на уникальном месте. Это место был когда-то 9-й форт. Соответственно, те наши работники, которые сюда приходят, они немножко и вспоминают те моменты, и мы обязаны, поколение, которое немножко моложе, передавать еще молодому поколению те исторические моменты. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие, мне уже сказали, что те наши саженцы сирени, они все прижили, значит, мы правильное дело делаем. Поэтому мы сегодня еще облагородим эти места, и я уверен, что мы каждый год с удовольствием будем приходить на это место и вспоминать, что мы что-то маленькое дело, доброе вместе делаем. Место для аллеи мира было выбрано не случайно, так как в черте Бреста на территории почти в 10 гектаров расположилось настоящее чудо. Дендрарий, плодовый сад, питомник, коллекционный участок декоративно-цветочных растений. Теперь и 25 саженцев сирени, которые благополучно прижились, и это неудивительно, ведь с каким трепетом, любовью и заботой каждый сотрудник Беларусьбанка ухаживает за ними. Внимания надо много, надо просто растения любить, чтобы она приживаемость была хорошая. Мы же это ухаживаем с маленького череночка, сами вот выращиваем, в основном идут. Коллекция всегда у нас пополняется. Хорошо, что вот эта акция проходит. Высадили в прошлом году сотрудники Беларусьбанка аллею красивую, которая была подарена нам, передана ботаническим Минским садом, которая выращена с меристемно, то есть с пробирок. И у ребят вот посадили в прошлом году, сейчас приехали акцию поддержать, ухаживать, чтобы дальше росло и радовало. Хорошее настроение, чистый воздух и любовь к природе стали теми самыми факторами плодотворной работы. Ведь через несколько десятков лет на этом самом месте вырастет аллея из красивой и ароматной сирени, которая будет радовать каждого, кто захочет ее посетить.